Эпидобстановка в республике сложная. Сегодня в учреждениях Минздрава находится более 500 заболевших, которых мы лечим в стационарах, и в амбулаторном режиме такое же количество людей. У нас было 580, предельная численность коек. Мы на сегодняшний день развернули уже 740. И в течение недели, 10 дней мы это развернем, и будет 840 коек инфекционных, которые могут принимать заболевших COVID-19. В связи со сложившейся эпидобстановкой мы провели оперативный штаб и усиливаем работу всех служб и ведомств. Это первое по масочному режиму, по соблюдению всех норм, которых принял Роспотребнадзор. Хочу сказать, что мы видим, что местами распространения COVID-19 в основном являются дни рождения, свадьбы, похороны, где скапливается большое количество людей. Поэтому мы усиливаем указ главы, который выходил по ограничению, будем отменять все массовые мероприятия. Кроме этого, у нас с 26 числа каникулы в школах продлеваем на неделю, и всего каникулы будут составлять 2 недели. Хочу всем сказать, что сегодня эпидемиобстановка сложилась серьезная. Очень важно, чтобы эти все решения доходили до каждого жителя республики, до каждой семьи. И в первую очередь хотел бы попросить всех беречь себя от этой болезни, она непростая. Я еще раз напоминаю, что у нас со смертельным исходом COVID-19 39 случаев, есть и молодые, есть и старшего поколения. Поэтому я прошу всех все-таки серьезно относиться ко всем тем мерам, которые мы сегодня применяем на территории республики. Еще раз обращаюсь к вам. Масочный режим, массовые мероприятия, общественный транспорт. Вот избегать прямого контакта, минимизировать контакты, сохранять свое здоровье – это задача на сегодняшний день каждого жителя республики.